Знакомьтесь, это Полита, Пол Оливас. Ему 100, но он еще молод. Торты, свечи – все это для него слишком скучно. В день юбилея он решил заняться скайдайвингом. Вот мне 100, но потом-то будет 101. Я хочу успеть это сделать, пока не стану слишком стар. Пол записался на прыжок в тандеме. 4000 метров свободного падения. Небольшой фильм-инструкция, пара подписей, все готово. Я в предвкушении, взволнован, конечно. Не знаю, может, это нервы. Бесстрашию его научила война. Пол – ветеран 3 войн. Он участвовал во Второй мировой, Корейской и служил во Вьетнаме. За его спиной уже 300 прыжков с парашютом. Один из них он совершил вместе со 101-й воздушно-десантной дивизией во время высадки в Нормандии. Другой – во время операции в Нидерландах. Но сегодня Пол прыгает просто для развлечения. И это его первое свободное падение. А вот и момент, которого Пол ждал 100 лет. Прыжок, и вот он уже парит над облаками. Как же хорошо лететь, как птица. На лице никакого страха, только улыбка до ушей. Я раньше не бывал так высоко, только на коммерческих самолетах. И чем выше мы поднимались, тем меньше казалось все внизу. Там хорошая дверь, она открылась, и воздух ударил мне в лицо. Это было прекрасно. По словам Пола, это был один из его лучших дней рождения. Это был прекрасный день, надо будет повторить на следующий год. И еще через год тоже, да, потому что рекорд Гиннесса для таких прыжков — это 102 года. Так что мне надо будет обязательно прыгнуть, когда мне исполнится 103. Мы побьем этот рекорд.